Похоже, рэпера Фейса настигла рефлексия. Артист опубликовал в своем микроблоге ряд очень заумных высказываний о смысле жизни. Неужели долой Гуччи в Санкт-Петербурге и на смену чистому хайпу придет культурный контент о высоком? Кумир молодежи, рэпер Фейс, решил отказаться от своего легендарного эшкере. Эшкере! И не только от этого. Больше никакого фастфуда. Она жрет как будто это бургер. Бургер. И призывов к шопингу в дорогих бутиках культурной столицы вы тоже не услышите. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. 20-летний музыкант опубликовал в своем микроблоге целую тираду, посвященную свежему взгляду на творчество. Больше никакого Фейс Гуччи Гэнг и Эшкере, плиз. Это был крутой период в моей жизни и творчества, но я перерос все это. Возможно, причиной для смены направления музыкальной деятельности стала возлюбленная артиста, блогер Марьяна Ро. И благодаря ей бывший всадник апокалипсиса, пропагандирующий беспорядочные связи и нецензурную лексику, вдруг становится вестником добра и позитива. У всех нас, казалось бы, совсем нет будущего, но раз уж на то пошло, почему бы нам не построить его вместе? Приступ нежности случился и еще у одного представителя рэп-культуры – Фараона. В канун своего дня рождения музыкант обратился к фанатам с очень необычной просьбой. Сегодня вечером вы идете в цветочный магаз, покупаете розы, букет, неважно, просто покупаете знак внимания и дарите его своей маме. У Фейса же миссия гораздо глобальнее. Теперь, когда у меня есть возможность изменить будущее этой страны, через нашу молодежь пришло время вести вас в правильном направлении. Пришло время открыть глаза. Куда собирается современный Сусанин, пока загадка. Но предположить можно. Павел Трифонов, Про новости.